И всем привет, с вами же Браток, и мы сегодня поиграем во FNAF Air снова. Вторая у нас серия уже только началась. Да, ребят, FNAF Air снова. Тут обновление, нам деревянного Той Фредди добавили. Той Фредди у меня нет, но мне интересно, а что будет, если я получу скин? Ну, костюм-то у меня его нету. И что, по идее, значит, я костюм и скин получу, по идее, да? Я вот, ребят, не знаю. Ну что будет, если я выиграю и получу вот именно скин? А костюма-то у меня нет, как я скин-то могу поставить? Вот просто странно, я вот не знаю, как это работать будет. У меня тут есть, ну, 4 приманки есть для него. А, ну да, спринтрап тут есть, все это. Да, у меня, кстати, ребята, команда чуть-чуть изменилась. У меня теперь тут много. Тут у меня Фокси есть, ну Той Бонни мы знаем, мы в предыдущей серии его побеждали. Я даже, ребят, офигел, когда выиграл его, потому что, ну, это серьезный противник. Люстра. Попыток 1 000 000. Блин. Но справился. Спринтрап, ну тут вообще ни о чем не надо говорить. Попыток 10 100 000 000, наверное, где-то. Ну и бэйби, ну наконец-то я получил костюм, я просто, сколько там, я 5 раз ее уже убил, ой, там, побеждал и ничего не давали, наконец-то на 6-й мне раз ее дали. Но у меня еще там, кажется, должны быть аниматроники, Фредди, Бонни, Блумбойчик, да, этих вы, ребят, уже видели. Но если мы не сможем победить его и не получим костюм, то не будем расстраиваться, я подкоплю еще и... Ну, я на паузу видео поставлю, подкоплю еще немножко, и купим еще 3 приманочки, и если мне ничего не получится, то не расстраиваемся. Все равно у меня костюмы. Костюм Той Фредди. Ладно, ребят, давайте начнем. Давайте сначала потренируемся, просто я уже забыл, как играть, если честно. Вот здесь... Вот честно, ребят, я забыл, как играть. Вот эти Фредди. Фредди, вот потом Той Фредди начнем. I hope you enjoyed my visit. I brought a special delivery just for you. Так. Так, где он? Где-то здесь ходит. Победа. Ну, не забыл, как говорится, все нормально. Айм. Ничего не дали? Да, погуби меня. Спасибо. Спасибо, мечтал всегда. Теперь используем приманку. Что нам терять? Опа. И ждем его. Потом я куплю еще, потому что, ну, вряд ли мне повезет. И вряд ли мне вообще дадут скин, потому что у меня костюма-то нету, да, по идее. Но если костюм нету, значит и скин тебе не дадут. Можно так сказать. Надеюсь, что дадут. Надо еще вот дождаться, пока нам придет. 100 лет ждать. Но я пока что не вижу, так что... Подождем несколько секунд или минут. Так вот он, я наконец-то его нашел. Ну что ты, Фредди, ты деревянный наш.
Да, но это я знаю штуку. Так, так, он здесь. Да выходи ты уже. О, наконец-то. Так, вот здесь. Вот здесь у нас. Так. Угу. This is fun. Catch me if you can. Так, победа, победа, ремит, победа, победа, ну-ка. И ничего. Ну, ладно. Не, ну, персонаж, он легкий, давайте еще попробуем, что ли. Так что идемте, ребят, еще раз играть. Ну, только я видео на паузу поставлю, и пока не выиграю его, пока... Ну, видео на паузу поставлю, если получу костюм, я включу и скажу, смотрите, ребят, я костюм получил. Ой, с костюм скин. Мне все правда интересно, что... Вот я сейчас, ребят, знаете, что я сейчас зайду в YouTube, посмотрю. Вот если все-таки невозможно получить, то я просто вставляю приманки. Мне персонаж-то понравился, классно. Я есть Грут. Грут. Груты. Да, ребят, классный персонаж. Вот сейчас я зайду в видео, посмотрю. Если есть костюм нужен, то ничего не получится. Так что давайте сейчас я вернусь. Так, ребят, нету. Я не видел. Видео нету таких. Ну, пока что оставлю. Может, потом еще сыграем с ним. Наш противник легкий очень. Самый легкий из 100 аниматроников. Он. Это он. Второй сложный аниматроник это будет той Бонни. Третий это Чик и следующий Мангл. Мангл уже тоже считается той, да, по идее. То и Фредди самый легкий. По крайней мере, пока что. По крайней мере, он самый легкий из той всех аниматроников. Ну, костюм той Чики, ну, я не знаю, ребят, будем его покупать, но я, наверное, куплю, потом, может быть, еще какие-то скины появятся, я поиграю с ней против нее, и у меня, наверное, не получится. Конец мне будет. Если появится скин, у меня против нее это не-не-не, это конец сразу. Мне вот кажется, у той Бонни будет на скин новый, потому что у него вообще один скин. Ой, ты чё? Куда мне убрали той Бонни? Ну-ка, верните. Ну, плюс штрафы вряд ли скин будет добавлять, потому что еще рано. Бэйби уже были. Бэйби уже добавили. Спринтрапа уже куда? Уже не надо никуда добавлять, у него уже 4 скина. У нас, кажется, Спринтрап самый скиновый какой-то у нас. У него скинов полно. Фокси, кажется, 3, да? Да. Не, 2 по скину. Есть, ребят, да. Мне вот кажется, что на Блумбой, может быть, добавит скин.
Мне кажется, что на него. Потому что у него скинов вообще нету. Ну пусть, значит, на Блумбой пусть добавит, я поиграю против него. И будем скин получать. Будет, наверное, мой первый скин. Потому что Блумбой это, ну, несерьезный противник. Легкий, легкий противник. Ну, сейчас будем, ребят, заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Следующая серия будет у нас в воскресенье, если не ошибаюсь. Да, будет в воскресенье у нас. Не по ФНАФу. ФНАФ пока же закончился у нас. Слишком много уже серий было по ФНАФу. Что-то другое будет. А пока что, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующей серии. Всем пока.